Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам показать фиалочки, которые поедут в новый дом. Я уже упаковала две коробки. Сейчас вот еще буду упаковывать. В общем-то, сегодня у меня целый день работа. Работа, именно упаковка, а потом буду расставлять все на своих стеллажах, где у меня место освободилось. Ну, в общем-то, такой круговорот, да. Значит, цель видео такова. Несмотря на все то, что у нас сейчас происходит, плохое, да, все равно людям хочется красоты, людям хочется расслабиться, отвлечься от всех плохих мыслей. И самое лучшее, это, конечно же, цветы. Цветы – это релакс. Вот так вот. Я в этом году боялась, что к 8 марта я ничего не продам. Вот. Но оказалось, напрасно были мои страхи. Фиалочки прекрасно продаются. Вот, цену, конечно, я не завышаю, даже продаю, можно так сказать, по более низкой цене, чем обычно, потому что понимаю, что сейчас такой кризис у нас у всех может наступить, да, в общем-то, вот так вот. Красота спасет мир. Пишите, как у вас с продажами фиалок, вообще, как вы отвлекаетесь от всех плохих мыслей. На этом всем всего доброго, мира и добра.